Необходимо в скором времени решить вопрос финансирования капитального ремонта зданий и реконструкции Кыргызского и Русского драмтеатров, сказал глава государства. Сегодня Сооронбай Жээнбеков посетил Кыргызский национальный академический драмтеатр имени Токтобулота Абдумамунова и Государственный национальный русский драмтеатр имени Чингиза Айтматова. Ознакомившись с их состоянием, президент отметил, что окажет содействие в решении вопроса финансирования. В каком состоянии находятся театры сейчас, расскажет Жээнбеков. Вот так директор Кыргызского драмтеатра Асылбек Узбеков рассказал о театре, который был основан еще в ноябре 1926 года. А здание было сдано в эксплуатацию в 1972 году. Последний раз ремонт в этом здании проводился 9 лет назад. С тех пор от сделанного ремонта не осталось и следа. Паркет рушится, штукатурка по всему зданию отваливается. С потолков протекает вода. Драматический театр, если когда-то сам духовно обогащал человека, то сейчас он нуждается в реконструкции и обновлении материально-технической базы на сумму более 76 миллионов сомов. Глава государства осмотрел все здания Кыргызского драматического театра. В ходе осмотра его глава Асылбек Узбеков рассказал, что театр ежегодно ставит до 6 премьер, а на одну постановку спектакля из собственных средств в среднем выделяется 2 миллиона сомов. В ходе осмотра Сооронбай Жээнбеков также стал свидетелем репетиции творческого коллектива. Люди ходят в театр, ставятся спектакли, но в плачевном состоянии находится его инфраструктура, говорит министр культуры. Зимой особенно отопительная система, системы освещения, световая система, звуковая система, она в очень плохом состоянии. Президент это все осмотрел, дал соответствующие рекомендации и поручения по ремонту Кыргызского драмтеатра. Такая же ситуация обстоит и в Русском драмтеатре, в котором 1972 года не было капитального ремонта. На сегодня устарела его материально-техническая база. В последний раз на 150 тысяч сомов со спецсчета самого театра была обновлена кровля здания. А в 2015 году проведен ремонт уборной, сообщил директор театра Евгений Кузнецов. Так они в целом конструкция неплохая. Не, реставрация. Китайские гараганда была. Это лучше реставрация. Да, их реставрировали. Полностью. И вот это вот наши гримерки заслуженных и народных артистов. Президент вместе с руководителем театра и с министром культуры осмотрел гримерную студию театра и прилегающую территорию. Ознакомившись с условиями, в которых работают артисты этих театров, он отметил необходимость решения вопроса финансирования капитального ремонта зданий и его реконструкции. Здесь незаконных очень много объектов, которые были построены за эти года. Необходимо это все на сегодняшний день убирать, приводить первоначальный вид театр. И были посчитаны определенные суммы, сколько на это потребуется. Сегодня будем искать и в правительстве, и президент дал задание, чтобы полностью отреконструировать театр. То есть привести первоначальный облик. Президент пожелал успехов творческим коллективам, которые, несмотря на отсутствие подобающих условий для работы, продолжают трудиться и пообещал оказать содействие в решении вопроса финансирования. Жээнбеков Нурдан Гарыпбеков, «Пирамида».